5 марта в рамках реализации плана мероприятий Минобороннауки Республики Дагестан по проведению года педагога и наставника в Дагестанском институте развития образования стартовал республиканский турнир среди школьников по интеллектуальной игре «Брейринг». Основная задача – это научить участников выстроить командные отношения, принимать решения быстро и доводить дело до конца. Отметим, что турнир разбит на 5 зон, которые будут проходить в городе Махачкала, Бабаюрт, селении Леваши, Ботлих и Касумкент. В данном брейринге будут принимать участие 37 муниципальных районов и 7 городов. В общем, число участников достигает свыше 600. Стоит подчеркнуть, что турнир реализуется администрацией Левашинского района при поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан, а также Управления образования районов и городов Республики. Финал брейринга пройдет 19 марта. Асият Умалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».